Всем большой привет! Сегодня вы на моей кухне, и мы делаем очень вкусные быстрые блинчики. Делается настолько все быстро, что не успеет закипеть чайник. Что нам понадобится? Полностью все будет прописано внизу. Мука, 3 яйца, молока, сахар и щепотка соли. Также немного растительного масла. Разбиваем 3 яйца в глубокую миску. Добавляю щепотку соли, сахар. И все хорошо перемешиваю. Наливаю теплого молока. Все хорошо мешаем и добавляем муку. Немного молока я оставила. Постепенно добавляю просеянную муку и мешаю, чтобы не было комочков. Вот такое тесто у меня получается на блинчике. Выходит оно достаточно жидкое. Ушло у меня 5 столовых ложек муки с горкой. Добавляю примерно оставшегося 100 мл молока. Хорошо перемешиваю. И наливаю примерно 2 столовые ложки растительного масла. Можно добавить растопленное сливочное. Все хорошо перемешиваем. И тесто для блинчиков готово. Вот так обычным венчиком, не надо использовать даже никакие супер гаджеты. Тесто получается довольно жидкое. Тесто распределяем по горячей сковородке и выпекаем блинчики до золотистой корочки с двух сторон. Блинчики очень хорошо переворачиваются, получаются вот такими румяными. Готовые блинчики перекладываем на тарелку. Посмотрите, как они сползают со сковородки. Раз и все. Ну и вот такие вкусные, нежные, тоненькие блинчики у меня получаются. Я их подаю с вишневым соусом и с вкусной сметаной. Делайте чай и садитесь за стол. Кому понравился мой рецепт, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. Также заходите в группу ВКонтакте, делитесь моим рецептом со своими знакомыми. Я думаю, им очень понравится. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!